Ну, почти окупила, да? Да. Мне выпал Deagle Stat Track. Какой? Ну, блин, с хрома два кейса какие. Нож, Андрей, твою мать! Нож! Ладно. Пиз... Штык, нож, М9, зуб тигра, твою мать! Реально нож выпал, Даня, блядь! Твою мать! Ёбаный пиздец, нож выпал! Зуб тигра, ёбаный пиздец! Все, вали отсюда, мелкий. Твою мать! Блядь! Штык, нож, М9! Охренеть, прямо с завода нож! Сейчас, подожди, я прогуглю, сколько штык нож М9 Factory New. Да давай я посмотрю, продать на торговую плату. Твою мать, нож выпал, блядь! Твою мать! Твою мать! Мне выпал нож. Андрей. 22 штуки, блядь! Ладно. В принципе, я могу их продать и купить себе хорошие скины. Поэтому... Они там стоят сейчас. Сейчас я могу их всех продать и купить себе что-нибудь из старых коллекций розовое. Да, поэтому... Ну что-нибудь, ну пожалуйста, Гейб. Нож! 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 Ё-моё! Нож! Господи! Нож! Нож! Охотничий нож! Господи! Статрек! Какое качество? После полевых испытаний. Статрек. Пипец какой-то. Красивый, блин. Смотрю, бег команд. Собственно, вот, у меня есть ключ, и нажимаю ОК. Давайте не будем в этом разу тянуть, я просто нажму использовать ключ, и посмотрим, что же нам с вами выпадет. Я очень надеюсь, что все получится, потому что в тот раз у меня ничего не выпало. Давайте нажмем использовать ключ, и минус 130 рублей уже есть. Однако, одна синева и... Я не верю своим глазам. О боже мой. Сколько? Прямо с завода. Продай по другому ключу. Я не верю в это. Да. Я как бы копил на эти кейсы с обеда на столовку, и все равно ничего не пью. Блин!